До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет, а это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, друзья! С вами Костик Паупау на связи, сегодня у нас выходит новый топовый ролик. Так что перед началом этого ролика ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новые бомбовые ролики. Ну, колокольчик, он тебе дает оповещение, так что ты будешь всегда знать о моих топовых роликах и узнавать о всем новом. Так что не забывай подписываться с колокольчиком. И также пиши интересный комментарий. Допустим, опиши, что ты сделал вчера, что ты купил вчера, какую пчелу ты вчера новую выбил. Описывай, что ты делаешь в симуляторе пчеловода. Буду ставить тебе лайки. Все комментарии, ребят, читаю. Всем ставлю лайки. И также, кто пишет реально интересные комментарии, указывайте. Вот вы описали комментарий, написали, что вы там делали. В конце укажите свой ник в Роблоксе. И так я буду понимать, кого, ну, кому кидать заявки в друзья или, в принципе, принимать, кто мне уже запрос друзья кинул. А добавлять я буду, ребят, получается, на Армии Паупау аккаунт. Этот аккаунт я совсем скоро разыграю среди своих подписчиков в сериях от Нуба до Про. Так что смотрите каждую серию, чтобы не забывать, как бы, да. И также добавлю тебя в друзья у себя на основном аккаунте. Ну а если тебе вообще нечего описать, то ты можешь описать, что мы, о чем я рассказывал, о чем я говорил, что я показывал в прошлом ролике. А кто опишет, сразу добавление друзья по получает. В общем, перейдем к ролику. Сегодня, как вы видите, сегодня вообще должна была выходить серия от Нуба до Про, но я не успел. Я сейчас записываю в ночь, и мне нужно будет очень, ну, как бы, очень срочно спать ложиться. То есть я как смонтирую этот ролик, все сделаю, мне нужно будет спать. Поэтому завтра выйдет серия от Нуба до Про. В принципе, готовится очень жесткая серия, как вы видите, по меду. То, что у меня дохренища меда. Да, очень реально много меда, и серия будет реально жесткая. Так что, ребят, никто ее не пропустит. В принципе, кто подписан с колокольчиком, никто, думаю, серию не пропустит. Так что обязательно оформляем. За этот ролик, ребят, сразу вам скажу, хочу я получить 125 лайков. Как только набираем 125 лайков, сразу выпускаю новый видос. То есть, ну, не забываем, как бы. Итак, давайте, ананасики где-то тут были, блин, я ананасики потерял, так, с ойлы, вот тут ойлы были, да, а, короче, потерял я все, в общем, давайте сложим вот этот нектар, потому что, как вы знаете, я пойду спать, ну, или я успею на кликер потом поставить или нет, и покажу, что да как, что я буду делать, и, как бы, скажу вам честно, в общем, переходим к сути ролика. В общем, есть один такой предмет. Как вы знаете, у нас есть в инвентаре всякие желейки. То есть, вот, видите, у нас есть обычные желейки, есть вот такие вот желейки от ивентовых пчелок. Ну, то есть, если у нас пчелка стоит, то у нас в инвентаре такой пчелы, то есть, ну, вы вторую не сможете поставить. И я заметил, то что есть такой, как бы, кодик, который дает нам получение одной очень топовой пчелы. Ну, как топовой? Пчела самая обычная, но это самый сложный предмет, потому что такую желейку вы больше нигде никогда в жизни не достанете. В общем, погнали, ребят. Этот кодик я оставлю в описании ролика, то есть не в описании, а в закрепленном комментарии оставлю, как пишется этот кодик, можете скопировать, либо переписать с видео и вписать. Мы прописываем, ребят. Этот кодик я уже вводил. Сейчас на экране покажу, что он дает. Смотрите, раз, два, три. Так, оба. Все, появился скрин. Он дает, получается, basic желейку, потому что этот кодик я уже прописывал и получал эту желейку. Вот. И, кстати, все, кто попробует на видео заснять, как вы будете эту желейку ставить на свой улей, и если вам выпадет одаренная Basic B, тому, ребят, я дам бесплатно 100 роблоксов. И даже так скажу, мы с вами вместе снимем видео. Вот кому реально выпадет из той желейки одаренная Basic B, то есть я не на свой улей пришел, бой, сейчас покажу, вот, Basic B одаренная, того сразу, ребят, добавляю в друзья, и как бы вы со мной лично сможете связаться. Как об этом я узнаю, ребят? В общем, вы ставите эту желейку, получается, basic желейку, и снимая в это время вы записываете видео. То есть начали запись ролика, ставите эту желейку и загружаете видос на YouTube с названием моего канала Костя Паупау, жду реакцию.
Просто пишите Костя Попов, ну как мой пишется канал, и указывайте «жду реакцию», так и пишите. И так я смогу вас увидеть. А кому выпадет, ребят, в описании своего ролика оставьте ссылочку, ну не ссылочку, а как пишется ваш дискордик, чтобы я вас добавил, друзья. Можете, в принципе, даже кому она не выпадет, заснять ролик, тоже, в принципе, увижу вас, может даже заснимем что-нибудь. Ну, многие хотят со мной поговорить, потому что все говорят: «Костя, помоги мне там в чем-то». Вот, ребят, вам как раз таки идея, как вы можете со мной, ну, как бы я с вами засниму ролик, я вам буду помогать в чем-либо. То есть вы там скажете: «Костя, заспавни мне Виндиби, я задоначу Храм Ветра, заспавню вам Виндиби». То есть очень много разного. Что захочете, то и будем делать, в принципе. Что для этого вам нужно? Вам просто нужно эту желейку. Блин, у меня код этот не работает, но я оставлю в закрепленном комментарии, как пишется этот кодик. Потому что, я думаю, многие еще не прописывали его, потому что этот кодик я уже прописывал, походу. То есть как-то так. Получаете и ставите ее. Но не забывайте записывать ролик. То есть вам нужно будет заснять ролик, как вы ставите эту желейку, загрузить его на YouTube с названием моего канала, то есть должен ролик будет называться «Костя Попов Roblox, жду твоей реакции», ну или «жду реакцию». Я замечу, ну, в описании ролика не забудьте указать, как пишется ваш ID в Дискорде. То есть как-то так. В общем, завтра встретимся на новой серии. Надеюсь, что все поставят за этот ролик лайк. Получился не такой уж и крутой ролик. Да, понимаю, ребят, ну, сегодня очень много времени у меня прямо не было. То есть вообще времени не было, я только вернулся недавно. Не записываю, как сказал, в ночь. Хотя бы какой-нибудь ролик должен выйти. Ну, на самом-то деле, это, можно сказать, офигенный ролик, потому что, как бы, реально, это самый сложный предмет по факту в игре, который, ну, никак не достать по-другому. Только так, введя этот кодик, вы сможете получить. В принципе, на связи был Костик Пау-Пау. Всем пока-пока. Оставайся добрым, будь мудрым. Завтра встретимся на новой серии. Пока-пока.